Надо собрать срочно денег и купить эти педали летающие. То они раз-раз-раз и полетели, раз-раз-раз и полетели, а я сзади на 3 секунды сильно этом за ими не угонюсь. А, это именно в инвентаре нужно держать. Бегаю. Scramble all sherry, most for. Kuat provides. I knew as we are you out. I need to get back to it. Tell the mind. Пузыри покатились, а как их хлопать? Так, тетку завалили. Ну, я вижу, да, кружки полосками кидает. Get hold of that station's weapons cache. We're done for. There's no time for a reclamation crew, so start smashing.
Даже есть. Ну вот есть же, совпадают флешпоинты, как у нас вот. Джедаи и... Ну кто там читает? Я вот ты сказал, что им невыгодно у меня покупать шмот, что он дешевый такой. А почему невыгодно им покупать? Я понял, просто что, мне кажется, я только-только выстрелил, у меня уже два письма. Может это... А, да, два я отменил. Это письма пришли. Пипец. И я сразу сдох от этого долбанного робота. Ну вот. Ah.
Ага. Оживили. Так, надпись появилась. Его терминала. Не успею заразу. А нет, что? Да кто-то нажал. Мы все стояли там, да. Сейчас, короче, получается, к другому терминалу можно по-любому бежать. Мне фигушечки не дали. Дали юбку 186 ранга. Мало ли что записать. Я знаю. Угу. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok.
Imps are using the station's defensive ordnance to fire at our fleet. We need to take control of those cannons. Да. Читаю игроки описывают про порт. Ну, слабки почти. Хороший порт, почти 40 тысяч турок за один заход. 10 лямов опыта, 50 тысяч чести, 50 лямов кредита. Ну зашибись, а я опять. Чучум. Ай, ну это вот такие вот нытики какие-то тоже самое на ВДО пишут. Типа, все акции рассчитаны только на Уберфула. Да качайся к Уберфулу, становись таким же, и в чем проблема? Угу. Конечно, мне обидно то, что я прокачался, мне уже любая акция была по плечу. А тут такая ситуация получилась. Конечно, мне сейчас обидно. Ну, поэтому я и не участвую в акциях, потому что я знаю, что я и не потянул. Но я же не буду писать на форуме, что все кругом ГГ, а я один хороший. Тоже свернул свою игру и думаю, не понял, куда это я бегаю. Рубероид. Это ты вот играешь Рубероидом этим? Я думаю, что ты не понял, куда это я бегу, и как это я бегу без меня. Тоже фанат пятого элемента. Ага. Так ты сейчас и этого прокачаешь. Угу. Группа собралась 63, 58, 16 и 56. Думаю, может наступать. А может? Не, все дамагеры. Все дамагеры. Ну попробую. Ни лекаря, ни танка нету. Ну этот мой любимый. Хаммер. Обалдеть. 6000 ремонта. Я говорю, а ч
Почему? Столько игроков в клане, слушай, а такое состояние, что вообще никто не играет. Чего вот когда я собираюсь с босса
Награду мне пишет красный вот ля-ля-ля-ля-ля-ля тут. Но. Смысл мне тогда бегать по почте? Так, я не понял, что это все сдохли. Еще? Нет. Все с одним лаптем. Да, только какашки получил. 5 штук. Все. Так. Надо запускать. А чего я не могу запустить автопоезд? Ну, этот, который Хаммер. Нет, так я. Мы еще не прошли, мы только убили робота этого, которого ты. И все. Получается, у нас в группе осталось трое. В одного один вышел. Было четверо. Один вышел сразу. У второго Коннект. А третий вот стоит там. Что-то не видно. А, это. Ну, уже я. Сильно для меня. Я не могу запустить свой. Почему? Передам лидер, ну не знаю, посмотрим, что-то он. Ищет, не ищет. Да. With you on that station, we can't lose. Одного я заморозил. Ну ладно, сейчас ходить. А, ну правильно, у меня тут вал включен на этого, на танка. Почему на своего компания?
63. Угу. Нет, мы вдвоем там. Reports are coming in of a vicious imp trooper who's routing our forces. Show him what you got. More Republic fodder. Good. Should have run when you had the chance. Я отойду, Макс. When you had the chance. Should have run when you had the chance. Should have run when you had the chance. Should have run when you had the chance.
when you had the chance. When you had the chance. When you had the chance. When you had the chance. When you had the chance. On behalf of the Republic First Fleet, you have my thanks. Yeah, good. Тебе везет, ты хоть плюшки там получаешь, я вообще вам за здрасте бегаю. Зайка. Я уже налил себе. Ходил кефир. Ну, я ходил на кухню, так заодно домой налил. Howdy. Ну, может быть. Mm-hmm.
Хотел сделать, что, ну вот сейчас две пушки, две турельки мы бьем. Он одну усыпил, я думал, я вторую усыплю, побежит. Нет, он все равно начал активировать. Можно же было и бежать, не обязательно их же успевать. У него компаньон, оказывается, такой робот, летающий маленький. Так вот я не... Ну да, что-то такого.